Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, награду за Лигу Сёгунов 2 звезды, друзья мои, я забрал. Но нам нужно сегодня подняться до Лиги Мастеров. Это в обязательном порядке, друзья мои, это даже не обсуждается. Потому что у нас на кону кристаллы, платиновые осколки, так что или мы получим на этой неделе, и нам останется всего лишь неделька до платинового нового персонажа, либо мы с тобой опять будем 3 недели тут пыхтеть. Я лично не хочу 3 недели пыхтеть, поэтому предлагаю сегодня как можно по максимуму выбиться именно по результатам арены. Тут вот что-то у меня... Так, хорош. Да блин, что ты будешь делать? Что мы такие слабаки, а? Ладно, этого вырубили, поросеночка. Так, нам бы подняться до 3 звезд в ближайшие, так сказать, поединки. Но тут, видимо, не получится, ребят, потому что нас опять скинули до 2 звездочек. Плюс еще была 72-я позиция. Ну, я думаю, что до Лиги Сёгунов 2 звезды, в принципе, ребят, сегодня реально подняться. Можно попытаться, и все должно получиться. Единственное, что... Ладно, я Рафаэля ставлю в провокацию. Я думаю, что он тут им нащелкает всех. Единственное, чтобы у нас... На ЕПРСТ! Я забыл, что этот Майки все время первым лезет. У нас из массовых атак кто имеет? Сейчас посмотрим. Так, ну Хан это ерунда. У нас Леонардо имеет вертушку, да? У нас... Рокстеди и может чудануть. Так, ну мы... Ох, хиляет. Блин, взял и отхилял всю команду, а? Паршивец. Блин, я этими партизанами сейчас тут замучу. Так, минус Донни, да? Так, минус Донни. Так, массовый? Нет, не массовый, ребят. Но Рокстеди выживает. Давай сделаем дрон, призовем. Ага. Ну, Майки тоже допрыгался. В плане, он, ребята, он даже не получил урона, потому что мы промахнулись по нему. Давай еще одну массовую атаку. Есть. Ну, Змейковин красавчик не подвел нас. Все здесь у нас удачно вышло. Так, ну что? Какая позиция? 43-я. 43-я, значит, да? Значит, возьму я, наверное, Армагошу. Армагоша, да в принципе, ребята, я думаю, что он справится с этими олухами. Он, по-моему, как и наши кролики, до 70-ки разруливает только шорох. Мы сейчас еще раз убедимся в этом. 59-е упадут сразу, это факт. Ну да, 59-е, 61-е, 62-е, 63-е, 65-е, он их вырубает как орешки. 70-ники уже, да, там под вопросом. Слушай, 28-я позиция у нас уже. Так, хорош. Давай мне... Нет уж, давай мне 16-21. Так, беру Макмана, беру Майки и возьму, наверное, Лапекс. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два. Так. Что у нас получается? Ну, естественно, начинаем с массовой атаки от Лапекс. Сейчас посмотрим, как она хорошо здесь задвинет им. Ой, как замечательно-то. Просто, ребята, на изи. Все девятники улетели. Только шорох. Так, пока без инцидентов у нас все идет. Так, 14-я позиция. 28-я и 14-я. То есть ровно половину мы, да, прошуршали. То есть получается, что после вот этого поединка мы с тобой... По идее, должны перейти уже в Лигу Сёгунов 3 звезды. Так получается, да? Получается так. Ну, давай. Ну, естественно, Хан лезет первым. Хорошо, что он на Донателло полез, потому что Донни выдерживает мощные атаки. Ну, а теперь наша очередь. Красавчик, Ванюша, красавчик. Просто всех с одного удара, ребят, с гранатомета завалил. Ну, да, перешли с тобой в Лигу Сёгунов 3 звезды. Ну что, ребят, теперь наша цель — Лига Мастеров.
Возьму Зека плюс Бакстер Стокман. Раз, два, три. Вот так вот. Майки взял я здесь, ребята, точнее, Зека взял для того, чтобы он первым все-таки сходил, потому что Бакстер Стокман, мы знаем, тормознутый у нас чуть-чуть. И вот за счет вот этой замедляшки, ребята, которую Зек вешает как дебафом, чтобы Бакстер Стокман уже успел сделать свою смертельную волну. Сейчас посмотрим, с 98-го мы переходим на 84-ю. Опять, ребята, 14 этих проходим, да? 14 ступенек за бой. То есть довольно неплохой результат пока идет у нас. Если так и дальше пойдет, мы, в принципе, с тобой что сделаем? Ну, через поединков 6 мы уже будем в Лиге Мастеров. Если также буду давать по 14, то мы с тобой в Лигу Мастеров через 6 боев переходим. Там по 14, 24 будет. 24 и там 60. 84, да, как раз. 84 и у нас, ну, у нас сейчас 84-я позиция. Так, ну что же. Единственное, что мне не нравится, почему 16-21? Оно у нас было, и они опять мне вот это вот оставляют. Не нравится мне этот подход. Ладно, возьму кожеголового. Раз, два, три, четыре. Блин, у меня 57-х, 56-х очень много. Но я надеюсь, что кожеголову все-таки сейчас кубарем покатится и всех накажет. Угу. Прекрасно, идеальная атака. Идеальный проход. И мы двигаемся дальше, ребят. Какая должна быть? 64-я, да? А, 56-я. Почему 64-я? 6 ступеней всего пролистнул. Вот, 16-22, друзья мои, есть 16-22. Ну, я думаю, что Леонардо справится, наверное, с этими 64-ми, 66-ми. Все-таки я надеюсь на это. Сейчас вертушку он замутит. И дальше проходка будет у нас. Ну, проверим. Да должен гасануть их всех. Ой! Ой-о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 й. Это как так-то? Лео, я не ожидал. Ребят, я серьезно, я не ожидал. Это беда. Ребята, это серьезно говорю, беда. Нет. Ауч. Блин, и Макман сейчас пойдет, да? Я не знаю, давай попробуем. Вдруг, ну вдруг получится, ребята. Я не уверен, конечно, что он сможет подбить Рафаэль. Нет, подбил, красавчик. Давайте холодильник. Еще от одного Рафаэля. Да ладно. Фью. Друзья, вот это я положился, называется, на Леонардо. Я больше ни в жизни не положусь на него. Он не смог их подбить. Он ни одного не уничтожил. Он оставил им немножечко хп. Ты понимаешь, это очень опасно было сейчас. Да, Лео, ребят, конечно, сдает позиции. Да, он, честно говоря, уже давно сдал позиции свои. Еще на закате. Так, давай вот этих двух возьмем, партизанчиков. Блин, получается, мы только с тобой до Лиги Мастеров дойдем, что ли? Это максимум, что нам светит сегодня. Я думал, две звезды у нас будет, но, судя по раскладу, нет. И не забывай, что сегодня пятница. Ну, естественно, видосик выйдет там, я не знаю. Он выйдет уже, наверное, в субботу или в воскресенье. Но явно не сегодня, не в пятницу. Вот, я просто к чему говорю, что у нас остается очень мало дней. А у меня рабочие дни сейчас начинаются в ночь. Секешь, да, о чем я? Так, 16-22. Здесь я возьму Рафаэля плюс Супер Шреддера. Раз, два, три. Хотя здесь, наверное, можно было бы одного взять. Супер Шреддера. Мне кажется, он бы справился. Вот давай проверим сейчас. Ну, он бы справился в том случае, если бы, ребят, постепенный урон сработал бы тогда, да. Они бы все были бы готовыми. Ну и бог с ним, давай, так тоже неплохо. Ну что, шуршим. 14 позиций. Ну вот, после этого поединка, ребят, мы переходим в Лигу Мастеров. Сейчас нам только надо найти с тобой 16-22. Вот.
И поехали. Возьму... Да нет, можно взять Кунаичи, например, и Джастина. Мне кажется, здесь достаточно и Кунаичи. Но Джастин тоже не помешает, потому что вдруг что-то пойдет не так, он, по крайней мере, сможет прикрыть. Правда, в последнюю очередь... Нет, ну он красавчик. Точнее, она. Она красавчик, ребят. Все-таки у нее все... Ой. Тихо, 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 не вздумай. Вот если бы он сейчас по Мондагеку, ребят, этим бы ударом бы сделал бы. Все, ему бы хана было бы. Но он предпочел Кунаичи. Тоже очень было опасно, конечно, сейчас сделать вот этот вот удар. Мы же все время забываем, что у него контратака. Ну что, ребята, Лига Мастеров, 99-я позиция. И есть еще небольшой порох в проховницах, так что, ребята, его весь тратим. Раз, два, три. Так, здесь 67 уровни. Ну, смотри, сейчас Усаги делает свою суператаку, да, с наложением постепенного урона, я надеюсь. И дальше пойдет у меня слэш. Слэш со своей супер друзьям и вертушкой. И, в принципе, все. Здесь ГГ. Вот так вот. А я не собираюсь никого жалеть, щадить или еще что-нибудь. Или поддаваться. Нет, нет, даже не думайте об этом. Так, 86 место. Ну, ты понял, уже дают намного меньше, ребята, кубков. Сколько у нас там бойцов осталось? Раз, два, три, четыре, пять. Бойцы-то как бы есть, но такие, сопливые, можно так сказать. О, сплинтер сразу. Контратаки не будет. Так, бросается нам граната. Давай-ка вырубим, попробуем. Минус Роквелл, плюс крысы. Так, носорог отлетел. Ну давай, железноголовый, добивай их всех. Опа-на. Вопрос на засыпку. Как Донателло выжил? Даже не то, что выжил, ребята. Как он не получил ни единого урона. Когда обижали крысы, почему крысы его обошли стороной? М? Так, ну что, я тогда возьму маузеров здесь. Раз, два, три, четыре. Да, в принципе, можно через откат сыграть. Один откат на маузера, я думаю, не жалко нам потратить будет. И просто всех их расфигачить к чертовой бабушке. Так, банзай. Изи. Это, ребята, изи катка называется. Так, мы переходим с тобой на 60-ю позицию. Ну, 50-я будет у нас в кармане, ребят. 50-е место у нас будет в кармане. Я беру маузера. Раз, два, три, четыре, пять. А, слушай, двое еще не отыгранных остаются. Стоит не ради двух бойцов заморачиваться. Вот я сейчас думаю о чем. Стоит ли мне тратить откаты ради того, чтобы набрать три бойца? Слушай, ребят, я думаю, наверное, не стоит. Пускай как есть, так и есть. Так, тут паук снова выпадает. Здесь забираем. Так, пройдем серию испытаний сейчас. Возьму, наверное, Армагона. Маузеров. Лео. Пиццелиций и Алапекс. Такой вот командой хочу, ребят, поиграть. Блин, у нас нет суператаки, оказывается. Малорик. Так, Зек. Нифига он лупит, ребята, да? Нас, он восьмидесятник сотку влупил наполовину, прикинь. Вот это да, вот это хорек. Молодец, блин. Ушастый.
Так, минус Шреддер. Так, теперь давай. А, у нас валун есть. Красиво упали. Так, минус Змейка Вьюн. И минус Шархан. Изи. Ну, а как ты хотел. Все под контролем, друзья мои. Так, здесь собрали. Здесь забрали. Так, подожди, у нас бой. У нас пятничный. Ах ты. Через 39 минут. Блин, я не успею, ребят. Ну, ничего страшного. Завтра пройдем. Так, что я хотел еще? У нас задание. Мы с тобой прокачиваем по уровню крысиного короля, как мы договаривались, да? Подожди, а где у меня король-то крысиный? Вот он. Крысиный король прокачивается у нас по уровню, а по скиллам мы качаем... Я уже забыл, ребят, кого... Кого мы по скиллам-то качаем? А Микеланджело Видение? Нет. Слушай, да что ж такое-то? А, мы же собирались Донателло, либо... Слушай, ну, наверное, Донателло тогда будем, а чё? Так, 4 геймпада. Давай попробуем найти. Один есть. Так, второй. Блин, и все. Второй и... Третий. Да господи, ну что, геймпад-то так тяжело, что ли, дать? Ну, ё-моё, блин. Да одни джойстики всучивают мне. Ну дадите мне геймпад твою налево, блин. Пипец, пицца кончилась, ребят. Пицца кончилась, геймпада не нашел. Офигею с этих хмырёнышей. Так, друзья, ну что... В принципе, ребят, неплохо. Лига мастеров 1 звезда, ранг 48. Завтра, конечно, сбросят на ранг. Я надеюсь, не все гуны, точнее. Ну да, не все гуны обратно меня скинут. А то не хотелось бы. И на все про все у нас 2 дня. Как раз 2 дня рабочих моих, блин, как не в тему. Ну да ничего, мы попытаемся, ребят, с вами все-таки сделать все как по уму, чтобы получить платину осколки. У нас будет 75, это будет 200, точнее 350. И потом еще 50 осколочков, и все, ребят. И платиновый боец будет еще один готов. А на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.